Юсайттын эмеси менен WhatsApp программасын ачканбыз. WhatsApp'тан элдер муну жерде мусор жатат деп тартып, бизге атайын адиске жөнөтөт. Адис аны муну көчөдө мунача мусор бар экен деп тазалык ишканасына жөнөтөт. Алар барып мусорду алып, алынганын тартып туруп, кайра бизге жөнөткөн кишиге жооп кылып В сфере госуправления по Кыргызстану работают порядка 12 программ правительства США в лице USAID. Программы помогают в том числе и органам местного самоуправления наладить связь с гражданами. Проект USAID «Успешный Аймак» позволил 5 муниципалитетам из 4 областей усовершенствовать услуги сбора и вывоза мусора. Это позволило улучшить санитарные условия для 21 тысячи граждан. В целом этот проект работает с 50 муниципалитетами в разных направлениях, чтобы улучшить предоставление местных услуг. Муниципалитеты из Сыкульской, Ошской, Нарынской и Джалалабадской областей наладили общение с гражданами через мессенджеры. Вот сейчас наш трактор выехал собирать твердый бытовый отходов по улице Ошской, а второй трактор вот подъезжает. Вот мы сейчас не только по GPS-у наблюдаем, контролируем, по онлайну тоже вот разговариваем трактористов. В кабине у него есть камера, наблюдаем, куда едет, что едет, что проблема, техническое состояние. USAID показывает, что улучшая методы управления при активном участии граждан, муниципалитеты могут достичь долгосрочных результатов, используя собственные ресурсы. Арыз жазып келип, кагаз кылып 2-3 күн убакыт өткөрбөй эле бир күндө чечилип калат да маселечи. WhatsApp программасы дагы мына 2-3 ай болду, жакшы эле ишке кирип уже эл түшүнө баштады да. Поддерживая муниципалитеты и органы местного самоуправления, получилось повысить уровень доверия населения к власти. Мурда квитанция жыртып, мунунтуп, анан мен 200 сом төккөн элем, жарымы түшпөй калыптыр деген окуялар 2-3 жыл мурда болуп аткан. Азыр андай нерсе жок болуп эле калды, жок кесе, мынтайча айткандачы. Любой адам келип туруп эле, мына бирдиктүү терезеге кирип, кече мен кече күнү мынанча сом төккөнмүн десе, төккөнүңүз тууралы мына деп туруп, мурун эми ал программа жок эле да. Азыр эми жакында эмне ушул программа болгондон бери немелерге жакшы эме болуп калды. Адамдар жакшы мненияда болушуп. Мен азыр ойлоп атам эми. Ана биз жана чакырсак болобу экен, башка идеялар чыгып атат, кылып береби экен деп кадырына эми жетип атабыз да. Ноокатта биз үчүн бул жаңылык да эми.